привиться, не уходя с работы. Чтобы пройти вакцинацию было удобно сотрудникам и учащимся, в Самарском государственном колледже открыли прививочный пункт. Это удобно и для студентов, и для педагогов. А для тех, кто сомневается, на все вопросы ответил главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец. Все подробности в нашем следующем материале. В чем здесь тонкость? Что здесь надо понять? Услышите с первых уст то, что давно волнует. На лекции Александра Муравца, главного врача областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, собирается все больше людей. Так произошло и в Самарском государственном колледже. Александр Владимирович рассказал о плюсах прививок от ковида и о том, чего на самом деле необходимо опасаться в отношении инфекции. Люди прививаются, но мы бы хотели, чтобы активность была выше. И мы проанализировали, а вот чего не хватает, что является препятствием. И два таких узких места выявлены были. Это, конечно, недостаточная информированность, которая иногда прячется за как бы избыточной информированностью, потому что, к сожалению, в интернете очень много недоброкачественной информации. А второе, люди не хватает времени, много работают, много каких-то иных дел. И вот поэтому такие мероприятия, как проходят здесь, они как раз позволяют вот расшить оба этих узких места. Прямо в колледже работает прививочный пункт. Это очень удобно. Многие сотрудники решили заглянуть туда сразу после лекции. Ну, вы знаете, просто много знакомых, которые серьезно переболели. То есть я не хочу так болеть, и я все-таки решила на то, что лучше сделать. Не было такого, чтобы напрямую кто-то пришел и рассказал. Это очень полезная информация, чем ходить и слушать кого-то. Я начала своих коллег убеждать, что, коллеги, это действительно нужно сделать, что этого не нужно бояться, что в этом нет ничего страшного, что это спасет части из вас, это реально спасет жизнь на самом деле. Это беспрецедентный, очень тяжелый вирус. И не должно быть так, что это должно быть проблемой там, одного здравоохранения или одних граждан. Мы здесь все должны вместе объединиться. Благодаря такой методичной работе все больше жителей региона понимают, что прививка просто необходима. Сегодня в Самарской области первой дозой вакцины привито уже более 450 тысяч человек, а около 400 тысяч прошли оба этапа прививки. О доступности и массовости вакцинации говорил в послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он призвал жителей беречь свое здоровье. Напомним, вакцинация бесплатная и добровольная, и только коллективный иммунитет поможет остановить распространение инфекции. После прививки человек защищен от тяжелого течения болезни и нежелательных последствий. Особое внимание уделяется вакцинации групп риска по коронавирусу. В области созданы все условия, чтобы сделать прививку люди могли быстро и в удобное для себя время. Юрий Соколов, новости Тольятти.